Важная информация. Сегодня изменилась схема движения маршрутов номер 2, вокзал микрорайон Юго-Восточный, и номер 510, поселок Агролес, микрорайон Северный. Автобусы будут совершать объезд по улице Пушкина и далее следовать по маршруту. Причина изменения – капитальный ремонт улицы Маяковского. Подрядчик в разрезе программы БКД «Безопасные качественные дороги» приступает на ремонт улицы Маяковского. В пятницу была комиссия Народного фронта, Минтранса и ФУАДа, которая будет контролировать этот процесс. Точки над «и» поставили, правила работы, правила взаимодействия были обговорены. Еженедельно будет проверяться контроль качества. Капитальный ремонт улицы Маяковского, по словам Владимира Захарова, завершится 8 июля.